Привет, друзья! Вот сегодня привезла вас в магазин Tiki Max. Вот он у нас в Ньюпорте. Вот такой вход. Сейчас зайдем, я вам покажу и расскажу, что за магазин. Вот такой огромный магазин, друзья. Это я уже вам о нем говорила. И, по-моему, даже когда мы с вами гуляли по Ньюпорту, я показывала, что это магазин Tiki Max. Но вот хочу вам внутри показать, что он из себя представляет. Здесь привозятся сюда бренды одежды довольно известных марок, довольно популярные, но которые вот где-то когда-то задержались, не были распроданы вовремя. Вот они уценяются и попадают сюда в Tiki Max. Насколько я знаю, здесь происходит это так. Вот их переоценивают. Так, что-то я зашла в какие-то страшные в какие-то ряды. Сейчас пройду туда дальше, покажу. Ну и здесь, в общем, одежда, обувь, аксессуары женские, мужские. Для женщин, для мужчин, немного для детей. Для детей, да, есть, но немного. Нижнее белье, мебель. Кое-какие там домашняя утварь какая-то. Вот очень много, большой выбор очков солнечных, очень большой выбор сумок. Вот, то есть все это, как я сказала, очень популярные распространенные бренды всемирные, но которые вот по какой-то причине не были вовремя проданы, и они продаются здесь у нас в Tiki Max. То есть можно здесь купить, если поползать. Здесь, видите, он огромный просто. Огромный. Можно найти что-то довольно интересное и по нормальным ценам. Не очень дорого. Вот не знаю, сейчас пройдем. Я вам покажу. Ну вот я хочу вам показать, не очень удачную, конечно, я выбрала рубашку, но только на ней я нашла основную цену. Вот смотрите, основная цена 85 фунтов она стоила. Вот, а здесь вот она переоценена, видите, и написано теперь price, our price, то есть их цена 19,99. То есть вот так происходит. Стоила 85, но она, конечно, отнюдь не 85, кто бы ее, называется, купил. Но, тем не менее, вот она уценена. Огромная скидка. И можно ее теперь приобретать. Так, вот вы знаете, ну вот как вы видите, здесь, видите, размеры 10, 8, то есть совсем маленькие. И что-то такое яркое, симпатичное. Как только я поворачиваюсь на свои размеры L, M, 14, 16. Это вот какая-то мрачнота, друзья. Просто мрачнота. Сейчас поищу, если что-то... Мне неудобно, я одной рукой держу камеру. Мне очень неудобно вам что-то показывать. Но сейчас попробую что-то найти еще. Вот такая курточка мне понравилась. Типа пуховика. Не знаю, что за фирма. Видите, здесь я, к сожалению, цену не нашла. Но вот, как обычно, на рукаве у них, видите, их цена 24,99. Но она, наверное, фунтов 50 стоила. Очень симпатичная, мне нравится. Ну, такая, не сказала бы я, что что-то такое шикарное, но неплохая курточка. Кстати, вот. Очень мне понравилось. Вот опять, видите, бренд тут у нее. Я, в общем, конечно, понятия не имею. Мне понравилось, знаете, она чем оригинальна. Я иногда люблю черный цвет. А потом, видите, у нее на одну сторону рукав. Длинный рукав. А с другой стороны вообще рукава нет. Просто здесь вот спускается голое плечо. И... Так она такой резинки, вот под грудь, голое плечо, я с одним рукавом. В общем, прикольно, мне это очень нравится. Ну вот, 17 фунтов. Их прайс. Какая была цена, я не вижу.
Так. Вот видите, тоже бренд итальянский. Виола Борджи. Вот такая вот симпатичная. Тоже на любителя, конечно. Виола Борджи. Тоже у них переоценка 16,99. Сколько она стоила, не знаю. Но она такая приятная, очень к телу. Ну и вообще Италия мне нравится. Вот вы знаете, здесь всегда много людей. И всегда это все раскупается очень быстро. Вы знаете, вот надо попадать, когда завоз. Потому что сейчас я смотрю, ну для меня что-то все какое-то вообще убогое, честно говоря. Не знаю. Даже не знаю, что вам показать. Опять 15 фунтов. Знаете, такие они, конечно, мягенькие все. И вот брендовые. Вот, кстати, даже чистая натуральная замша. Курточка такая стиля вестерн. Очень симпатичная. Но в основном разбирают хорошие вещи очень быстро. Вот надо знать, когда завоз приезжать. Тогда что-то можно найти. А я вот хожу-хожу, вы знаете, даже что-то ничего вообще не вижу для себя. Вот, кстати, замечательная вот такая вот вещица. Она даже, по-моему, с ангорой, с натуральной. Вот смотрите, вот она стоила $68. И вот сейчас прайс 12,99, да, понимаете? Вот что за фирма тут опять. Кто разбирается, какая-то Капио или Купио. Так вот, чтобы джинсы выбирать, друзья, надо в них хорошо разбираться. Я, к сожалению, отстала от жизни, и для меня вот эти все, ну, знала когда-то Монтана, там Ли у нас были, да. А вот это что сейчас? Какие фирмы модно у молодежи? Не знаю. Поэтому я что-то, если хочу какие-то джинсы купить, то я сначала смотрю в интернете, что там. И потом прихожу сюда, выбираю. Но выбор здесь, конечно, мне нравится. И даже, вы знаете, иногда... Вот в обычных магазинах китайскую дрянь покупать. Лучше прийти сюда и за ту же цену вот купить какую-то брендовую вещь. Вот опять мне курточка понравилась. Обалденная. Вот такой бренд, если кто понимает. Такой симпатичный цвет. Вот цена ее здесь. 29,99, 30 фунтов. И вот они разных расцветок. А, нормально. Вот еще красная курточка. Вот такой бренд. Очень мягкая. Обалденная куртка, конечно. Супер, сколько она стоит. Вот тоже 30 фунтов, друзья. Вот здесь курток полно. Вы знаете, хотя, конечно, они все М-ка, 12-14, то есть называется для того, чтобы носить что-то модненькое. Это же, как обычно, надо похудеть. Но выбор курток здесь очень большой. Куртки все очень мне нравятся. В общем, несмотря на все обилие, здесь женская одежда и брюки. Куртки, топы, видите, да? Я что-то сегодня ничего не нашла. Хочу вам дальше показать. Сейчас вот обувной отдел вам покажу. Вон он впереди. Обувь их меня, конечно, поражает. Просто приводит в глубокое замешательство, потому что вот как по мне, это все колодки такие, и остановиться...
по взгляду абсолютно не на чем. Не знаю. Вот, что тут у нас? 19,99 они стоят. Такие вот, вроде неплохие. А стоили 60. Вот неплохие. Надо, конечно, все, друзья, смотреть. Смотря, что вы хотите. Потому что это 6-6,5. А в принципе, 6,5 это мой размерчик. Мой размерчик. Вот кроссовочки такие. 30 фунтов стоит. А сколько стоили, не знаю до этого. Вот. Ну, в общем, обуви здесь тоже очень много. Даже не знаю, что еще вам показать. Такая обувь. Все что-то находят, все что-то меряют, покупают. Как я сказала, здесь всегда у них люди. Вот какие-то замшевые легенькие. 30 фунтов тоже. Это уже тоже мой размерчик. Вот обувь. Это уже мужская пошла. Ну и вот еще в центре магазина у них всегда вот такие вот круговые витринки продаются. Ведь от 10 фунтов и ниже. То есть это уже подчищают. Никогда не бывает дешевле. Все это зазывают плакатами такими призывными. Не знаю, что вам еще тут показать. Что вам еще тут показать? Ой-ой-ой. Это я помню такое. Давным-давно я покупала. Ну вот оно уже дважды, видите. Дважды уценено. Даже после их 12. И теперь 7 стоит. Вот это платится. На Тенерифе. Таких полно ходили. Они уже, по-моему, вышли из моды. Ну, то есть вот еще и потом здесь переоценивается. Ищи, находи. Ищи, не хочу. Ну, а также огромная секция мужская. Тоже здесь рубахи, костюмы, брюки. Мужскую я даже не захожу. Я и в женской-то плохо ориентируюсь. Вот целый отдел детский. Точно так же, друзья. Вот сразу мне бросилась в глаза вот эта курточка. Она приятная, мягкая. Она совсем обычная. Но вот смотрите. Цена. $75 она стоила. А здесь она стоит 16,99. Ну вот можете себе представить, насколько разница, да, и чего бы ее не купить. И так, в общем, любая вещь. Вот видите, стоила 39. А здесь 9,99. Ну, я не знаю, что за 39 может быть вот такое вот для ребенка. Вот детских курточек. Бой. Там бой мальчикам. Здесь герл для девочек, курточки. Тоже весьма симпатичные. Всякие разные. Мне нравится то, что они брендовые, друзья. Понимаете? Ну вот сумки. Тоже огромная секция. И что-то вот они все черные, посмотрите. Я что-то как-то черные сумки не люблю. И вообще, последнее время мне как-то рюкзачки нравятся. Ну вот рюкзачок неплохой, чисто кожаный, натуральный кожаный. Стоит 40 фунтов.
Вот так. Вот посветлее тона, коричневые. И вот он, этот же самый рюкзачок уже коричневый. 40 фунтов. Вот, кстати, сумочка неплохая, 34. Хотя я вообще последнее время сумки не ношу. Вот это мне очень нравилось. Очень. Вот она стоит 34,99-35. Вы знаете, я на нее соблазнилась. Я купила такую себе красную. Такую замечательную. Я ее носила с удовольствием почти месяц, наверное. Представляете, вот. И вдруг я попала с ней под дождь. Она у меня была на плече, висела. И после дождя она мне испортила свитер, раскрасила красным цветом. И, в общем, стала линять ужасно. И вы знаете, что хорошо, у меня сохранился чек. Я пришла им, это все показала, безобразие. И они мне вернули деньги без проблем. Ой, вот еще мне нравится джинсовая такая сумочка. Да, замечательная, просто смотрите. Ох, ну она и стоит, конечно, 70 фунтов. Ой-ой-ой. Очень модненькая, симпатичная. Вот. Очень большой выбор солнечных очков, друзья. Вот. А-ля Джон Леннон. Они без диоптриев, вот жаль, конечно. Но тоже выбрать можно. И цены у них, вот смотрите, стоило 25, теперь 10. То есть вот. Вот это опять 10 стоит. Вот, как я уже сказала вам, магазин огромный. Здесь чего только нет. Вот сейчас покажу вам вот эта секция. Ну, типа кухонная какая-то утварь. Не знаю. Нет, даже, наверное... Да, ну вот здесь посуда еще. Что вам показать, друзья? Что вам показать? Вот такие два барных стула. Вы знаете... У меня же стойка там. Вы видели кухню мою? Я все смотрю себе какие-нибудь красивые стульчики. Ну, что-то найти ничего я не могу. Вот 130 фунтов стоит вот этот один стул. Обалдеть. Вот такие вот шкуры. Шкуры. Это, наверное, ангорская коза, я так понимаю. Вот. Стоил 29,95, у них 12,99 стоит. Я себе, кстати, на диван купила, мне очень нравится. Вот они тут разные. Вот такая вот серая, видите? Но она уже побольше. Она не то, что побольше, она вообще огромная. А нет, 100% акрил, это уже не настоящая. Ну, в общем, смотрится она, кстати, неплохо. Вот, кстати, недавно у них открылся еще один отдел. Это такая еда. Мед, соль, чай, кофе, конфеты какие-то. Ну, то есть, вот, тоже из разных стран. Много очень итальянского, испанского. Я вот здесь себе соль покупаю. Вот такую в гранулах. Морская соль в гранулах. Частичка. Частично. Вот она 4,99. Теперь 4. Такая баночка. Вот увидела сироп. Ростбери сироп. Блэкбери сироп. Вот. В бутылочках таких 3,99. Но я что-то, знаете, искала мед. Нет, это не мед. Кока-хани. Тоже вроде не мед. Оригинал. Пинат.
Бата. А это какое-то масло. Нет, что-то меда я не вижу, друзья. Ну вот еще опять секция часы. Огромная, сейчас модно на стену. Вот с разные всякие зеркала в интерьер. Тоже очень мне нравится, очень неплохо. В общем, чего только здесь нет. Вот целая секция покрывал, пледов. Здесь наверху подушки. Все довольно дорого, друзья. Вот обычная подушка, посмотрите, 14,90. Вот 29,99. Вот. Вот зеркала. 49,99, 49. Это маленькая 24,99. Вот такие цены. Вот такой магазин. Ну, я, вы знаете, вот здесь в таких вот, в этих вот отделах, я говорю, я только мед ходила, покупала. Ничего больше я здесь не покупаю, кроме одежды. Вот соль, мед. И, конечно, женскую одежду. А вот это все, я так понимаю, можно найти в других магазинах. И мне не надо вот эти вот корзины для белья иметь брендовые какие-то. Это надо уже быть, иметь, знаете, другой дом, другой интерьер. Вот. Ну, а на этом, друзья, все. Мой обзорчик подходит к концу. Всего вам доброго. Пока-пока.